Всем привет! Сегодня мы слушаем, продолжаем, вернее всего заканчиваем альбом Макса Коржа. Уже не знаю сколько, но мне как-то он ближе, чем Оксимироновый последний альбом, поэтому слушаю с удовольствием. Причем мне, кстати, сказали, что 17 лет мне должно понравиться. Ну, сейчас посмотрим. Вот что-то. Начинаем. Музыка опять такая какая-то, не та, которую хотелось бы слышать. Вот этот вот проигрыш вообще ни к чему. Расходятся чужой виной. После все свои ошибки назовут судьбой. Время крутит безвозвратно, время мчит вперед. Но зачем же до сих пор ты меня ждешь? Ветер провоцирует, раны танец замедляет темп. Снова я в толпу ныряю, будто мне 17 лет. И в метро мажусь типами криво, словно я слеп. Снова я тебя теряю, будто мне 17 лет. 17 лет. И утерь,
Ну, друзья мои, вот опять меня музыка напрягла. Что-то как-то у Макса Коржа с музыкой какая-то напряженка. А что мы хотим сказать про 17 лет? А сказать нам особо нечего. Вроде как бы, понимаете, вроде... Единственное, что вот чем отличается Макс Корж от многих других, а он вот, мне кажется, он немножко про себя поет. И получается, как бы, ну, перебаливает это все. Свои ощущения он вкладывает, свою историю, свое отношение. И, соответственно, ему хочется верить. Вот как бы. И это большой плюс Макса Коржа. Это для тех, кто не понимает, зачем Макс Корж. Вот для этого. То есть как-то такое вызывает доверие. Ну, вот чтобы сказать, что мне вот понравилось, нет, потому что вот эта вот растянутость, ну, просто раздражает. Давайте еще один трек прям сразу послушаем. Ну и все. Ну и, собственно, последний трек, который называется «Не говорите другу никогда». Вот мне кажется, у него даже вот не про любовь, а про дружбу самая честная реакция. Ну, будем надеяться, что это мне должно понравиться. Я должна хоть один трек Макса Коржа войти в свои, вписать в свои топ-10, друзья мои, за январь. Вы приходите, затем уходите, а я всегда здесь. Время летит, на смену вам приходят новые. Вы теряетесь где-то в глубине этой жизни, но где-то же вы есть. Вот это другое дело. Сейчас качнем. Сейчас раздадим. Сейчас раздадим. Говорите другу никогда, что он с вами зря не пошел на тусу, ведь он обидится может слегка. Нет, не показать внутри каплю грусти, ведь у него были свои дела. Может быть, искал новых в жизни пути. Не говорите другу никогда то, что пропустил все, и сам он в курсе. Шумная туз, байт, жай из бруса, впереди туман, переступаем мусор. Под ногами следующий человек, этот вечер непременно ждет успех. Подлей бокал, пивка уже, музыка на всю, только по душе. И вот не ровен час, сменит запрет, только-только-только тебя здесь нет. Не говорите другу никогда, что он с вами зря и пошел на тусу, ведь он обидится может слегка. Нет, не показать внутри каплю грусти, ведь у него были свои дела. Может быть, искал новую жизнь и пути. Не говорите другу никогда то, что пропустил все, и сам он в курсе. Где он пропадает, да хер его знает. Сотый раз звоним, да трубку он не поднимает. Наверное, много дел или же проспал. Смехи, крики на поляне девочек встречая. Из баньки в пруд кучу красных тел. На решетке мясо, в сулугуне в лаваше. Уже не закат, еще не рассвет. Только-только-только тебя здесь нет. Не говорите другу никогда, что он с вами зря и пошел на тусу, ведь он обидится может слегка. Нет, не показать внутри каплю грусти, ведь у него были свои дела. Может быть, искал новую жизнь и пути. Не говорите другу никогда то, что пропустил все, и сам он в курсе. Если он придет на следующий день, что? Говори, что туз был просто пойди, что рано разошли, что закрылась дверь. Говори, что туз было так себе. И ни одной фрау, ни одной мадемуазель. Праздничный салют так и не взлетел. Быстро заметать следы по домам, и к черту удалите свой инстаграм. Не говорите другу никогда, что он с вами зря не пошел на тусу, ведь он обидится может слегка. Нет, не показать внутри каплю грусти, ведь у него были свои дела. Может быть, искал новую жизнь и пути. Не говорите другу никогда то, что пропустил все, и сам он в курсе.
как вы там угорали. То, что пропустил все, и сам он в курсе. Человек впервые решил жизнь свою узнать. То, что пропустил все, сам он в курсе. Наконец серьезно посмотреть на этот. То, что пропустил все, и сам он в курсе. Ну а всем бездельникам, с кем идем по жизни, с кем ползем по ней, всем респект, пацаны. Слушай, вот это валит человек. С вами, братаны, мы разорвем эту землю на бумажные билеты исполняем. Всем тем, кто меня слушал с того самого года, когда мы начали свой движ. Стать и по сей день. Где вы? Тех, кого уже нет с нами физически, но до сих пор с нами душой. Где вы есть, бедолаги? Тех, кого захавала эта жизнь, но не до конца. Тот, кто до сих пор держит за клыки эту судьбу и не дает пасти сомкнуться. В одиночку нет шансов, ребята. Я у ребята лучше впереди. Давайте к нам назад. Лучше впереди. Позади тоже лучше. Всех вас люблю, всех вас обнял. Не пропадайте. Ну, и главное, ты не пропадай, и мы не будем пропадать. Но, друзья мои, как бы вот по музыке все так вот в этот раз было неплохо, но мне кажется, со смыслом тут переборщил. Тут, ну, все понятно, но как-то, знаете, простенько. Вот у него всегда более глубинный смысл. Ну, вот не могу сказать, что мне там сколько мы их прослушали, да, это тоже очень длинный был альбом, но достаточно скученький, я бы сказала. Вот раз-два я обсчитался того, что мне понравилось. Ну, вот эти два трека точно не из их числа. На выше троечки не могу поставить. Вот все-таки, знаете, очень много, наверное, зависит от каких-то жизненных ситуаций. Сама по себе знаю. Иногда что-нибудь несет, а пегасит, а иногда и нет. Так и у Макса Коржа. Трояк. Всем пока.